Так. Есть. Кто стреляет? И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, мисс Лара Крофт. И походу еще какая-то живность. А, белка. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Rise of the Tomb Raider. Всех с наступающими новогодними праздниками. Надеюсь, вам понравилось наше прохождение Баба-Яги и Байда, как говорится. И заодно еще... Ну, война имеется в виду с ней. С ее гребаной армией. Которая, извините, растворилась неизвестно куда в направлении. Черт, она могла бы их взять и всю деревню освободить. Это серьезно? Ее зовут Серафим, если что. Она могла бы этих вот обращенных в свою веру Яги направить на спасение местной деревни. Никакой Константин бы не сунулся, и никто бы не сунулся. Жили бы счастливо, она была бы верховной предводительницей чародейкой Вуду Нарколепсии или что-то еще. Так или иначе, ребят, надеюсь, вам понравится сегодняшнее прохождение. У нас сегодня очень много работы. Наша задача сегодня, во-первых, походить по пещеркам, пооткрывать их, посмотреть что да как. Плюс нам надо еще сюда зайти, собрать базу данных. Здесь пещерка тоже есть, тоже пооткрывать, пособирать. И... О! Здрасте. Тут тайник с монетами. И заодно сюда отправиться, тайничок с монетами забрать. В общем, работа есть, будем всем заниматься. Погнали! Вебку, конечно, выключаем. Так, ладно, тайничок с монетами вот это я пока, наверное, под конец оставлю. Сначала займемся основой. Давайте отправимся сначала сюда. А, мне для этого нужен базовый лагерь. Ну и тогда сначала... Что сначала нам остается-то? Ну, в пещерку сходить. А где эта пещерка? Ну, естественно, на... А, на внизу. Внизу ведь? Да. Ладно, идемте тогда. Смотри, тут так даже дорожечка есть. Аккуратненько выстрел. Ладно. Ну, давайте заглянем, посмотрим. Так, и где эта пещера? А, вот она где. А что, я туда не заходил, что ли, ни разу еще? Быть того не может. А, металл. Тут нет никакой банки жестяной. Я могу делать гранаты. Я могу делать шрапнели. Но, походу, мне пока не пускают туда. А-а. Здесь нужен... подствольный гранатомет, так понимаю. Только он открывает все эти места. Что поделаешь? Ладно. Одной... Ой, здесь не так вот там. Одной задачи разобрались. Есть несгораемый ящик, но он наверху. Но мы туда пойдем, как только отправимся к нашему товарищу за дополнительными чертами. Тогда мы, знаете, как сейчас сделаем? Идем к... лагерю, вот здесь. Заодно сейчас на что-нибудь поохотимся. Отправимся сюда. Оттуда отправимся, когда все соберем. Сюда. Ну, не сюда, а вот сюда. Кстати, а вот тут у нас ничего нигде не валяется, то мало ли. Может быть, что-то новенькое появилось. Вот здесь, кстати, вот заметьте, вот здесь целая сокровищница. А она ни черта не взяла. По сути, там крохи мелкие. Просто издевательство лютое. Кстати. А мы сюда...
А мы сюда еще можем отправиться. Там, по-моему, не металл стоит, а что-то дополнительное. Давайте сюда еще заодно отправимся, а то ведь потом забуду ведь. Вот сейчас пока походим, пособираем все вот это дело, что можем. Так, есть что-нибудь? Вроде ничего нет пока что. Ладно, идемте сейчас тогда к базовому лагерю нашему. Давай, не смей тут падать. Ты мне нужна живой. Ты мне нужна живой. Жалко, что... Вот забавно, что мы вроде прокачивали Лару в Гематае. Она и зажигательный умела делать спокойно. И... Канатки. Ну, почему-то канатки она научилась сразу делать, а зажигательную до сих пор сделать не может. Я не знаю, как она так думает и работает. Так. Отправляемся сразу. Наверное, давайте даже сначала... Да. Давайте сначала сюда. И мы с вами тогда сразу сможем добыть все необходимое. Если даже не добудем, то отправимся сразу в лагерь. Только сначала займемся дальним зоном. Заберем все реликвии оттуда. Потом заберем монеты и потом сразу в лагерь. Да, так лучше даже будет. Погнали. Так, мы вернулись. Ух ты. Наш базовый лагерь уничтожен окончательно. Ну тут смотрите, как красиво стало. Светло. Мы, по-моему, в последний раз здесь... Что за животное? О. Ну-ка. Она настолько экзотическая, что дуб глупая. Лара, давай лучше яд. Да. Давай ее. Есть, экзотику забрали. Ну ее тоже уж, она тут все равно бегает. Вот так вот. Нет, ну не упускать же добро. Реально. Ну рога и шкуры. А у нее я ничего не могу забрать. Давайте тогда что... Давайте уж... Ладно, смастерю, так и быть. Я не хочу его мастерить, но... Пусть будет. Что еще я могу там сделать? Все остальное сооружено. Мне больше нечего здесь делать. А, это пули я могу сделать со смещенным центром. Нет, кстати, можно, конечно, но толк в этом ноль. Отлично. Но там тоже что-то могу сделать, но я пока не знаю, что. В оружии прокачка. В общем, у меня ресурсов полно. Ресурсов до черта. Так, я вас соберу. Идемте сразу к пещере монгольской. Она где-то там должна быть. Заберем все необходимое. Реально, здесь такие красивые виды. Прямо очень красиво. Наши. Эй, ты вроде говорил, что здесь будет пикет. Я сам так думал, но говорят, что он был с Константином в Сирии. Это не наши. Так.
Есть. Кто стреляет? Ага, вижу. Молодой человек. Вот это! О! Я не знал, что они здесь еще. Я думал, я всех перебрал. Но, походу, кто-то да остался. Ну и хорошо. Видите, контент появился прямо уже. Уже на начало претендует. Не еще есть. Красота. Так. Но это закрытое. А мне нужно открытое. Точнее, это открытое, мне нужно закрытое. Вот она. Я же помню, что там тут были веревки. О, добрый день. Кольцо монгольского лучника, позволяющее быстро стрелять, сидя на лошади. Должно быть, оно принадлежало знатному воину. Кстати, суть этого кольца в том, что тетива накладывается именно на само кольцо, а не на палец, не... ну, чтобы не изнашивать, чтобы кожа не портилась. По сути, это как ограничитель на тетиве, только надевается на ваш палец. И вон там внизу еще что-то лежит, видите? Давайте сходим, заберем. Негоже бросать такую красоту. Так. Лара, перезаряди-ка. Что-то мне это место не нравится. Волками попахивает. Монгольский тук. Символ, крепившийся к копью. Этот, похоже, пережил несколько битв. Красивый. Так, а тут что у нас? Шкура. Ну, ладно. Наличие здесь шкуры, я готов поверить. Точнее, то, что она здесь лежит. Чувствуется, здесь еще много товарищей валяется и лежит. Надо бы поискать их. Так, здесь мы все забрали. Да, все в абсолюте, все тайники. То есть здесь больше искать нам нечего. Так. Следующая секция у нас здесь. А, это зона Бабы-Яги. Так, здесь, в ледяной пещере мы все забрали. А можно побыстрее двигаться? Спасибо. Здесь. Ее я сейчас помечу. Сейчас отправимся теперь сюда. Все, что можно собрать, собираем. Так, на всякий случай готовимся походить, пособирать интересных животных. И не только животных. Мне кажется, что здесь еще будут люди. Кстати, медведь бы тоже может медведя навестить. Хотя он, скорее всего, будет не в духе. Ну, в конце концов, что мы с ним сделали в прошлый раз, сами знаете. Кто был бы в духе? Так. У нас уже даже навык появился. Ладно, давайте смотреть, что мы можем себе взять. Сильнодействующее средство, убийца-эксперт, железная шкура, бесшумное приземление, адреналин. Пока не уверен, что адреналина. До трех целей.
стрелы с ядовитым газом. Подождите, я же вроде... А я вроде прокачивал это, или что-то пошло не так? Топ ловушек, быстрое изготовление, зажигательные бомбы, эксперт-подрывник. Давайте мы так... Слушайте, раз в бою лук себя показал, я, наверное, тройной выстрел тогда возьму лучше. Походу, я прокачался, но это не закрепилось, не знаю почему. Ну и хорошо, нам же лучше. Так, ледяная пещера не нужна, а вот... Хотя нет, давайте вот так вот. Можно увеличиться? Спасибо, мне просто вот сюда надо. Да, идемте сюда. Забираем оттуда все необходимое, все полезное. Итак, погнали. Где-то здесь должен быть... Ага, вот, спасибо. Так, где мой любимый тайничок? Ага, вижу. Чего только тут нету? Древки полно. Бери, сколько влезет. Слушай, мне кажется, это обновляется очень постоянно. Хотя в теории не должно. Зимой растения так быстро не растут. Еще 7. То есть получается, каждое такое хранилище дает по 7 монет. Сколько у нас сейчас всего? 70. Нужно еще 100-110 монет нам с вами дадут дополнительную прокачку потенциальную в будущем. Я не буду за это столько пустить себе. Давай, Бэтмен. Лара Бэтменович. Поторопился. Знаю. Косяк. Так. Так. Просто обычно она с прыжками перепрыгивает быстрее, а тут вот такое. Все. Забрали. Все, сюда можно теперь больше не возвращаться, в эту пещеру. Отправляемся в следующую. Так, и в этот раз куда мы с вами теперь отправимся-то? Нам получается... Вот сюда надо. Что ж, давайте теперь выполнять квест, потом мы сдадим и отправляемся по другим пещеркам. Так. Что еще за выстрел был? Так, ладно. Нам нужно провести разведку в тюремном лагере. Пройти здесь, здесь и здесь. Давайте выискивать, что здесь у нас. Посмотрим, где можем вообще пройти и где что можем сделать. Так, но здесь пройти нигде не получится. Давай, Лара. Надеюсь, что только не надо, не придется сражаться. Первый контракт. За меня друзья поручились. Смотри, не облажайся. Здесь платят лучше всех, но я ошибок не прощаю. А что там с местными проводниками, которых у долины взяли? Говорят, их какие-то двое наняли. Мужик и молодая англичанка. А потом в горах оставили, еще до лавины. Походу, это Константинов призрак. Кто ее к нему приведет, озолотится. Это прямо издевательство какое-то. Так.
Так, ладно. Так, давай. А, есть. Давай, есть. Давай, есть. Кровожадная Лара Крофт. Давай, есть. Так, отлично. Ну, она сейчас сама подлечится. Лара кровожадный маньяк. Так. Нет, ты возьми, Лара. Кстати, заметьте, тут от дробаша много чего валяется. Правильно, Лара, только за здоровье жизни. Отвлекающие объекты. Так, ближайший где? Вот. Передо мной буквально вот здесь. Так, надели расписание патрулей. Хорошо. Так. Заряды пока есть. Следующий находится вот здесь. Заглянем в гости. О, вот. Так. Раздобудьте свидетельство об археологических находках. Но последний получается вот здесь. Как мне туда попасть? Надеюсь, здесь есть обходной путь. Потому что я без понятия, как мне попадать в ту секцию. Ну, пойдемте осмотримся. Да наверняка есть обходной путь, просто я его не видел ранее. А сейчас нам его покажут, и мы войдем. Все будет хорошо. Ну тут все подорвано, все закрыто, все зашито. Ладно, значит получается... Ну, это... Как бы объяснить? Для выполнения этого квеста... Нужно в любом случае иметь доступ в то место. От базового лагеря. Это же... Или они сделали все как в Сирии. Просто если они сделали все как в Сирии, то это беда. Давай, Лара, заходи. Пройдемся по снегу. Ну, либо вот здесь попытаюсь залезть, но... Что-то мне кажется, что она не заходит. Нет, она не хочет вообще лезть. Она здесь лазать совершенно отказывается. Давай, Лара, по глубокому снегу, по водичке. Сейчас пройдемся. Сейчас быстро дойдем. Можно даже дадут поднять. Дадут? А почему в Сирии не давали? Здесь они дают подняться, а в Сирии не давали. Нет, это не ломается. Я просто думал, что какая-то дверь специфическая. О, древко, возьму. Нам туда. Золото, металлы. Это все есть. Мне не нравится, что они, кстати, вот из золота делают. Она делает все эти вот боеприпасы. Совсем не нравится. Ну, а что поделаешь? А то она Лара Крофт. Так, все. Все собрали. Можно теперь отправиться разведданные отдавать. Обратно.
А я думал, нельзя сюда никак попадать. А вот оно. Есть. Можно и даже нужно. Кто бы мог подумать. Можно? Эх, ну что поделаешь, все бывает. Может, и в Сирии можно было как-то там обойти. Но вы же помните Сирию. Я не понимаю. Я не понимаю. Как? Нет, я могу понять, что я так вот постволосился. Но все равно я не понимаю. Я не понимаю. Ой, ладно. Так. Отправляемся. Быстрый переход. Это верхний базовый. Ну, оттуда, кстати, быстрее. Давайте туда и отправимся. Поплыли. Так, погнали. Я, кстати, если, наверное, кто сейчас, наверное, заметил Ешку, вы не ошиблись. Вы правильно поняли. Я делаю паузы во время этих загрузок. Ну, просто чтобы, во-первых, не шибко мучиться с обрезкой, а сразу за ней обрезать, а не выискивать. Ну и, во-вторых, это очень удобно. Нет, это реально очень удобно, потому что, ну, экономим время на записи. Ну, серьезно. Экономить время на... Надо экономить. Экономия должна быть... Экономить, то есть я... Откуда, вас откуда целить? О. Ясно. Не знал. Волков, кстати. О. Ребят, привет. Как жизнь? Привет. Привет. Медведи любят точить когти о кору засохших деревьев. Там их проще всего встретить. Спасибо. Внимательнее смотри под ноги. Олени приминают траву там, где спят. Верный признак, что они рядом. О, сразу видно. Hunter Call to the Wild проходил. Коллега. Эксперт. Если кто не смотрел наш стрим по Hunter Call to the Wild, то посмотрите. В будущем времени планируем возвращаться. Живчик есть? С возвращением. Что ты узнала? Кажется, ты это искал. Да. Да. Это поможет нам спланировать сопротивление. Благодарю тебя за помощь. Вот, возьми. И будь осторожна. Долина опасна даже в спокойные времена. Приветствую. Винтовочный глушитель. Получен новое снаряжение. Отлично. Только мне еще нужно его создать. Ну, еще и репутацию мы, кстати, прокачиваем, что тоже хорошо. Как бы. Тут еще гробница где-то есть. Да, гробница вот здесь, а здесь... Ну, оттуда мы сейчас, кстати, быстро доберемся. Давайте да, сразу туда пойдем. Я хотел еще к нашему торгашу пойти, но пока не буду. Ну, а смысл? У меня пока не так... Так. Отлично, молодец, я тоже заделал. Так, где? Давай, Лара, бери. А, черт, Лара, ты что так помираешь? Мужики, кстати, не прикрывают. А, с спины зашел, поэтому и помер раньше, ясно. Нет, ну они, кстати, мне очень нравятся здешние NPC. Они такие... бойкие. Или они просто решили отомстить за своих коллег из дальнего лагеря. Подбирайте бутылки, банки и другие объекты, затем с помощью ресурсов превращайте их в смертоносное оружие. А я сдал, кстати, с квеста? Так, если из любопытства. По-моему, сдал. Я просто не помню, сдавал, не сдавал. Давайте сейчас тогда до них дойдем и заодно узнаем.
мужчин что-то не наблюдаю. Просто на всякий случай сейчас схожу, сдам. То мало ли не сделал. Мало ли не засчитали. О, они пропали. Грибы. Костер. Мужиков нет. Куда ушли? Неужто похитили эти? Да быть того не может. Походу, наверное, похитили. Так, бесшумное убийство 2. Есть еще живчики. Я хочу издалека по ним пострелять всем. Так сказать, в отместку. За прошлое. Не в обиду, естественно. Причем без шума. По-тихому, знаете, так вот. Спокойненько. Так. Я что-то не наблюдаю наших пареньков-патрульков. Куда они пропали? Или тихие они стали? Не находите? Парни! Музыка сейчас более бойкая. Значит, один сейчас вообще должен быть вплотную рядом со мной где-то. Вот где? Я вижу голуби. Человека нет. Ага, вижу. Укрытие! На нас напали! Так, нашелся. Давай, вылезай. Не хочет. А он там, наверное, не один был. А я никуда, не терялся. Ну, хотя бы троих бесшумно. Так, давай-давай-два, есть! Отлично! Да! Что предлагаешь? Ну, что ты и я? Я не трогаю тебя. Он завис. Он завис, ребят. Ну и ладно. Он, конечно, по мне стрелял. Хотя он по мне стрелял. Он по мне стрелял. Хотя я по ним начал тоже. Вот что мне с ним делать? Парень! Ты под такую пафосную музыку завис? Товарищ! Сэр! Вы так зависли! Вы посмотрите на него! Он в ужасе! Лара Крофт парализовала человека! Вы только посмотрите! Страх в его глазах. Ладно, я прекращу его муки. Ну уж извините, он просто стоял.
Я, конечно, понимаю, что это баг и все такое, но... Ой, не моя вина, что он решил заснуть на рабочем месте. Ну, шоки, в ступоре, ну, бывает такое с молодым человеком. Один разок из пяти. Что мне, жалеть, что ли, потом за то, что он решил поспать на рабочем месте? Нет, конечно. Его сугубо личная проблема. Черт, белочка. Самец, черт с ним. Черт. Сказал самец, черт с ним, и сам же сюда. Какой-то спуск, опять же. А к чему такая боевая музыка пошла? Тут что, вояки, что ли, появились? Вроде не должны. По сезону. Не по времени. Я буквально его товарища застрелил. Его за спиной. А он не стопни духом. А, чё? Не знаю. Я что, слышал, что они... Ну, нет, они вроде не такие глупые животные-то. Так. Старый добрый советский базар. Пафос, жуть и компот. Идем сейчас сначала в местную пещерку заглянем сразу. Там что-то внизу есть. Так что немножко даже поседает. Гробница испытаний. Это, видимо, она и есть, да, я так понимаю? И... Взрывчатка. У меня нет взрывчатки. О. Здрасте. Как я вас упустил, месье. Так. Что-то новенькое да есть. Так, ну там, значит, получается металл. Ну будем тогда сейчас идти понемножку наверх. Он наверху ведь находится ящик? Нет, он внизу. Ну, не совсем внизу, вот здесь он. И рядом еще гробница испытаний. Подождите, а где она? А, ну она наверху, я до нее не доберусь. Она должна быть где-то... А может, доберусь? Там наверху какой-то постамент. Может, я до тут даже допрыгну. Ладно, подождите, разберемся. Сначала посмотрим, что здесь у нас. Как, почему, зачем и как. Так. Проход, проходом. Заход, заходом. А, с крыши. Вход с крыши будет. Все. Можем не паниковать. Так. В той секции мы вроде были. Там вроде все получили. В общем, идем, получается, уже по сюжету дополнительно. А. Фиг тебе, а не залезание, да? Ну ладно. Открываем дверки тогда. А что еще остается? Только открывать остается.
Давай, Ларч. Как будто для зверей. Ну-ка, что у нас? Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Константин говорит, что с источником мы будем жить вечно. Что, наконец, заглянем Богу в глаза. А я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Ну, поздравляю. Хоть кто-то нашел свой дом. Пусть даже такой жестокой манере. Нет, ну реально жестокая манера, но... Так, она получается только в обход, да? Да, там, видите, спуск есть. Вот здесь. Такой своеобразный. Да, только со спуска вот здесь. Значит, получается наверх идти в любом случае. Ну ладно, идем. Я просто, кстати, стараюсь пока сейчас сюжетку вот в этом эпизоде не брать, но... Нет, не у нас карты этого объекта. Нет, даже если бы и была при восстании, тут столько всего разрушено. Подъем наверх будет весьма опасным. Много повреждений от непогоды. Но ведь отряд Эхо поднялся нормально. Просто смотри, Бобби. Удивительно, как все еще держится. Мы как на пороховой бочке. Одно попадание молнии. Какая молния зимой? Ты серьезно? Шахты, и они бросили все силы на добычу. Только через неделю начался мятеж. Что, рабочим все достало? Гадалки не ходи. Ты же их видел. Найдем ход и все они пошли к остальным. Ладно, начинаем искать. Что там с беглецами? Мертвы поди. Константин видел, как они ушли под лед, но все равно не верит. Ты главное смотри в окно. Да-да-да-да, смотрите под лед. Страшно, у меня хватит еще на всех коктейльчику. О, парни, давайте! Знаю, некрасиво, но... Что поделаешь? Что поделаешь? О! Он в хорошем состоянии все сохранилось. Ладно, давайте собирать, что тут у нас есть. Так. Идем сюда, давайте рассматривать. Так. Давай, скрывай. Ой. Походу, понедельник у нас начнется с изучением новой зоны. На это мне надо идти в шахту. Как я уже догадываюсь. Камни до туда еще рано. Так. Но зато можем сюда. Так. Отлично. Тут и древко.
Ух ты, да тут только чего только нет. Я так полагаю, есть гробница, да? Да, это, скорее всего, есть спуск в гробницу. Давай, открывай, Лара. Забираем здесь все, что есть. Так. О. А тут что у нас? Лук разблокирован. Вернись. Я какой-то новый лук сделал. Если это блочный лук, о котором я думал долгое время, то это прекрасно. Так. Где-то отмычки, где-то вломать надо. Почему ничего нельзя сделать? Ну, неплохо. Мы прокачиваемся. Так, это, так полагаю, гробница есть, да? Да, это она самая и есть. Давайте мы сейчас тогда вернемся в базовый лагерь, посмотрим, что за лук. А гробницу мы это оставим с вами, наверное, на приятное времяпрепровождение дополнения. Так, хотя тут есть что-то еще. О! Горючая преграда. Горючая преграда. Объекты завернуты в яркую белую ткань. Можно сжечь маслом. Ну давайте все соберем, так уж и быть. Так, а подожди, о какой преграде идет речь? А, вот об этой. Но я пока ее сжигать не буду. Пусть эта инструкция останется, чтобы потом я вспомнил, как делать. Как же туда пройти? А нельзя ли спалить эту штуку? Я вот эту спалю лучше. Свобода мысли, сожгите себе плакат. А, тут еще и плакат. А как выглядят плакаты? Скажите, пожалуйста, я просто не знаю. Плакаты есть, оказывается, испытания. О, тут что у нас? Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя... Юрия Равданикиса. 89-71-29. Заключенный. А подождите, стоп. На обратной стороне выбито слово «осужденный». Ладно, она, наверное, плохо знает русский язык, поэтому сочтемся. Но не осужденный, а заключенный. Осудить — это судить. Заключить. Просто разные понятия. Вроде смысл одинаковый, но формальность разная. И все же, значит, получается, здесь еще что-то можно сжигать, так полагаю. А как выглядят плакаты? Не технически любопытно, интересно. Вот там наверху, кстати, тоже что-то есть. Давайте попробуем. Может, я допрыгну, кстати. Это вполне может быть. Че нет-то? Давай, Лара. Если уж начали, давайте. Может, допрыгнуть получится. Тем более, вроде бы... А, кстати, есть идейка. Может, получится реально. Ну-ка. Давай! Есть, реально сработало. Ха-ха! Я гений! О! Ну, тут пока нечего взять. О. Карта обновлена. Секретики. Мы от... О! А, это реликвия. Это документы. Так, а ты где у нас? Ты в пещерке. Карта обновлена, опять же. Так. Все, больше ничего. Ну, в общем, я нашел то, что поможет мне изучить всю местность потом дополнительно здесь. Это хорошо. Вот это внизу. Как раз таки... Подождите, а это то есть секция здания.
Давай-ка спускайся. Подожди, Лара, это получается наоборот вот здесь внизу. То есть, как ни крути, ты можешь туда спуститься, в теории-то. Придется сжечь баррикаду, чтобы туда пройти. Так я хочу пойти не туда, а вот в это место. Ладно, ай! Сам виноват, не туда зашел. Я хотел пойти обратно. Ну ладно, она спустилась таким вот своеобразным образом. Ну, в любом случае, мы все открыли. Главное, чтобы не пришлось потом с мужиками драться. А, нас сразу сюда идти. Как же туда пройти? Ну. А нельзя ли спалить эту штуку? Попробуй вот сюда. О! Я гений. Ей ну что получится. Но заодно забрали его. О, вот они плакаты, как выглядят. Это, я так полагаю, есть, да? Так, да, конечно, то есть... Ну это космонавтики. Ну ладно. Но я против. За это дают ачивку, но я против. Я не считаю, что нужно удалять символ космонавтики. Деталь пистолет-пулемета. Ну, пистолет-пулемет тоже как бы неплохо. Тут на что. Ну, символ космонавтики, конечно. Ну, я, конечно, может быть, конечно, это в каком-то смысле пропаганда, но это пропаганда здорового человека, ребят. Это нельзя назвать пропагандой плохого человека. Ни в коем случае. Да, вон там, видите? Откроем сразу. Вот хорошо заметил. А если бы не заметил? Как бы я туда потом попал бы? Вот оно что. Скорее всего, это все дело в том обрушится. В общем, запомним, наверное. Если я не забуду, а я, скорее всего, забуду. Поэтому вы мне напомните в комментарии сразу, чтобы я это увидел. Так, а сейчас пока давайте-ка побежим в базовый лагерь. А, стоп, куда я побежал? Так. Ну, здесь есть подход. Ну, ладно. Так, ладно, лагерь. Я хочу посмотреть на лук. Что? Пытался что-то цепилось? А, это вот это цепилось, все ясно. Так, ну давайте взглянем, что здесь у нас. Так, оружие, блочный лук. Блочный лук — это очень... Дыхание смерти, урон. А мне нужен вот блочный лук. Дайте, покажите мне, пожалуйста. Шепот смерти неизвестен. Несущий грезы. Путеводный свет. Белая вдова. Дыхание смерти. Блочный лук. Но мощный современный лук из углеволокна. Технически усовершенствованный лук, наносящий больший урон. Вот если я его возьму и сравнить. Ну, слушайте. Но это точно, ну, блочный лук и дыхание смерти, но это, по сути, одно и то же. Ну, покажите мне его в нормальном размере. Но он так себе нормальный, я бы сказал бы. Ничего такого серьезного нету. А, это я уже изучил, да. Не знаю, не знаю. Я... Слушай, ну дыхание смерти лучше. Пусть будет.
Это дыхание смерти, это такой же блочный лук. Вот, вот абсолютно такой же. Так. Здесь можем какие-то... Вот, улучшения можем. Увеличенная обойма. Инфицированный ударник. Давайте обойму. Мы молодцы. Прокачали его по полной. Но это автомат. А я пока с винтовкой похожу. Винтовка наша все. Так. Ну что ж, ребят. Давайте тогда с вами на этом приостановим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Трансляция. Премьера. Привычка говорить трансляция. Ну и, конечно же, ребят, спасибо всем, кто пишет комментарии. Один из самых свежайших комментариев на сегодня. Опять же, от стенда смеется такой, когда Лара провалился в втором эпизоде сквозь вот это все дело. И, конечно, еще спасибо Лунтику. Он пишет, это... Очевидно, лучший эпизод, жду продолжения. Он написал это под 14-м нашим прохождением Лары. Вот Rise of Tomb Raider. Не согласен. Ну, хотя... Да, согласен. Хотя нет, Баба-Яга лучше. Баба-Яга лучше. 15-й эпизод. Мы против Бабы-Яги. Вот это было, наверное, лучшее. Что ж, ребят, ну а с вами был Вескер. Всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся.